Hello everyone, Daria here and welcome to another reading session. Today we read Жадная Шурочка, a book for little Russian kids. So, here we go. Вышла Шурочка на улочку, ела маковую булочку. Подбежала к Шурочке беленькая курочка. Ку-ку-ку, девочка, Ко-ко-ко, солнышко, дай моим цыпляткам маковое зернышко. Жалко маку Шурочки, отвечает курочки. Вот еще не доставала мне самой-то мало. А с другой сторонки тянется буренка. Маленькая девочка, беленький платочек. Уделите теленочку булочки кусочек. Жалко стало шурочки вкусной белой булочки. Вот еще не доставала, мне самой-то мало. Прибежала с горочки серенькая козочка. Маленькая девочка, юбочка в оборочках. Удели козленочку жареную корочку. Жалко стало шурочки, корочки от булочки. Вот еще не доставала, мне самой-то мало. Съела шура булочку и пошла по улочке, прыгала и пела, кушать захотела. Побежала к курочке, маленькая шурочка. Курочка клуша, я хочу покушать ты мне, невеличко, принеси яичко!» Отвечала курочка. «Кут куда? Ты зачем пришла сюда? Знай, что нынче на обед ничего для жадных нет!» Отошла в сторонку, просит у буренки. «Дай попить немного молочка парного!» Говорит буренка. Ммм, <годно> здесь стоишь ты почему? <знай,>, Знай, что нынче на обед ничего для жадных нет. Шурочка по горочке побежала к козочке. Дай попить немного молочка парного. Козочка в ответ ей. Б, что здесь надобно на тебе? Знай, что нынче на обед ничего для жадных нет. Быть такими же друзья, как и Шурочка, нельзя. Дети, каждый знает, пусть эту сказку наизусть. So that was it for this story about greedy Shurochka who didn't want to share her bread uh, with friends and uh, she was punished for it. So I hope you enjoyed today's reading and uh, yeah, press like, subscribe to my channel and I see you next time. Bye-bye.